Лагерь «Чайка» стражи порядка для проведения акции выбрали не случайно. Раньше он носил название «Дзержинец» и многие годы находился в ведении МВД. 8 лет назад отошел к Министерству образования. Сейчас здесь 310 детей. 65 из них – воспитанники сыктывкарских интернатов. Впервые в этом году в лагере отдыхают и ребята с инвалидностью. Приезд гостей как раз совпал с завершением второй смены и дополнил праздничную картину дня. 16 июля 1921 года областной комиссариат внутренних дел принял решение об образовании главного управления областной милиции с 6 отрядами. Этот день является днем образования милиции Республики Коми. Гости, сотрудники ГИБДД, службы тыла, кинологи, инспекторы ПДН и бойцы ОМОНа расположились на 5 площадках лагеря. Каждый отряд мог пообщаться с полицейскими того или иного подразделения в соответствии с маршрутной картой. Большой интерес у ребят вызвала коллекция оружия, которую привезли им эксперты-криминалисты. Сотрудники ИКУ рассказали ребятам о тонкостях работы, напомнили о неотвратимости наказания и продемонстрировали воспитанникам лагеря специальный чемоданчик. В этом чемоданчике есть, начиная от дактилоскопических порошков и кончая приборами для изъятия биологических следов. То есть все, что необходимо, все здесь есть. У автоинспекторов своя специфика. Подержать в руках настоящую палочку регулировщика, сфотографироваться в полицейской машине, узнать, что такое алкотестер и самому включить мигалку, от ребят и здесь отбоя не было. Некоторые собаки у нас ищут взрывчатые вещества, другие наркотические препараты. И самую непосредственную и важную роль у нас играют собаки по обнаружению преступников по их индивидуальным запаховым следам. У этих четвероногих полицейских за плечами множество раскрытых преступлений. На них ребята смотрят с восхищением. Оба пса – призеры многочисленных собачьих выставок. И свои недюжинные способности стали проявлять еще щенками. Например, немец Вольф в 11 месяцев защитил хозяина от пьяного дебошира. Он шел со мной рядом у ноги, и на меня кинулся мужчина, который тоже был с собакой. Просто кинулся, попытался... избить меня, что ли. И рыжий спас меня, как бы, при том, что ему в 11 месяцев, и мы не обучали его задержанию, он схватил, так скажем, за мягкое место этого преступника и стал терзать. Хватку четвероногого бойца ребята увидели на показательных выступлениях. Он с легкостью отыскал спрятанные в сумке наркотики и в считанные секунды обезвредил вооруженного злоумышленника. Не меньший восторг у детворы вызвали бойцы ОМОНа. Суровые люди в черных масках оказались вполне дружелюбными. Они охотно фотографировались с детьми и даже показали ребятам, как пользоваться гранатометом. После фотосессии с воспитанниками и воспитанницами лагеря ОМОНовцы тоже продемонстрировали свои умения в задержании особо опасного преступника. Я думаю, дети не забывают такие моменты, и они приедут домой, они расскажут родителям. Это будет хорошим поводом и для родителей увидеть, что ребенок не только полезно провел время, но он и получил новые навыки, но самое главное, у него будет правильное представление, что такое сегодня полиция. Планируя акцию, организаторы, инспекторы по делам несовершеннолетних, учли самые разнообразные интересы ребят. Местные модницы смогли примерить на себе полицейскую форму, а меломаны с удовольствием посмотрели дефиле духового оркестра Сыктывкарской войсковой части. Наталья Литкевич, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган», Сыктывдинский район.